Всем добра и счастья, дорогие друзья, меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это God of War на ПК, который мы проходим на максимальном уровне сложности. В предыдущей серии мы с вами добрались до сокровищницы Тюра, немножечко тут освоились и увидели много-много разных ловушек, и, собственно, сейчас мы продолжаем. Наша задача заключается в том, чтобы добраться до черной руны Йотунхейма. Ее защищает три кольца, одно мы уже сняли. А, по-моему, уже даже два сняли, третий, по-моему, остается. И, короче, вот в этом направлении мы с вами и двигаемся. Плюс здесь есть рунный сундук один. Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Не важно, нравит она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Вот тут. Да. Одну руну мы нашли, остается еще две. Где они находятся, я без понятия. Но мы будем смотреть, будем искать. Еще проходы. Понял, иду. Я боюсь смотреть. Удачи. Так, и че? А запрыгнуть можно? А смысл? Ага. Ну что-то жестко как. А, наверху оставить. Угу. Все. А я подумал, те пилы были страшными. Так, тут что-то прочитать можно. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Так, сейчас у нас будет вторая волна обороны. Это уже, скорее всего, прописано. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели, делали. Может, это ее подарок? Верхнее кольцо нельзя Ногу пропускаем. Согласен. Это не очень хорошо.
показали. Смотри, ловушка для ветров. А эти? Мысль быстрее ветра. Может, это вовсе и не про скорость? Куда еще могут отправиться ветра? Так, ну верхнюю я цепану, допустим. А как мне ее потом принести в другое место? То есть, куда мне ее потом отправить? Тут типа цепь есть. Ну. Тура все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина и не зря. Типа, хотите сказать, что я успею схватить, потом спуститься по цепи? Да ну нет. Да бред. Не верю. Я вытащу и в другое кольцо его перенаправлю. Так можно. Так можно. Умно. Ну так я ж гений, ёпты. Ну, тролля живет, наверное. Давно пора уже. То, что он стоит просто так, чилит. Так, а где? А, вот, вижу, все. Оу. Что такое? Ловушка. Отец! Мальчик, уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Я... Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хати Серебряный гонится за луной. Сколь Золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец. Луна налево, солнце направо. Мидгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Левый. Правый. Средний. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередке. Левый! Левый! А! Левый! Средний! Да ёп! Средний! А как? Левый. А что делать-то, блядь? Средний рычаг. Тяни правый. Левый. Средний рычаг. Левый. Все. Отец, нет! Блять. Нихуя непонятно, как это работает. Там понятно, что нужно один вниз как-то сместить и перетасовать. Но как оно работает? Все это влево двигается, видишь? Левый. Средний. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередке. Правый. Средний. А, ну все это просто. Луна слева,
там солнце справа, центр. Средний. А как мне сделать? Средний рычаг. Правый рычаг. Средний. Левый. Все. Да. Получилось. Но утонуть я не могу. Хоть что-то. Не останавливается. Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой. Мальчик, останови эту цель! Как? Я не знаю. Я знаю, что делать. Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Ее нож. Знаю. Зато ты спасся. Это было умно. Так, а он не схлопнется, и все? Остановился. Там, кстати, сундук мы еще не забрали. Где третья руна, я не знаю. Струма! Черная руна. У нас все получилось. Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О, нет. Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. А где третья руна для сундука? Вот она, мы ее нашли. Оживет. По-любому. Зуб даю. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя. На будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Дрейва. Пусто. Стой!
Руна, ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен, точно. Хорошо, целься в лицо. Понятно, против этого, короче, холодом надо сражаться. Против этого... Ай-яй-яй-яй-яй, эта темнота вообще не в тему. Да ёб твою мать. Слепота, конечно, это бесит. Скоро пепельный сотни. Еще такие были чувачки. Ну и громадина. Любопытные. Но мы же боги. Видал ей побольше. Ха, жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Ярость Тартара. Сильная руническая атака. Сокрушительная атака, поражающая врагов двумя ударами клинков. Пламя хаоса. Хилочка. Так. Не спешите, ребята, не спешите. Во-первых, давайте-ка мы с вами руну. Не руну, а точнее руническую атаку поставим. Так, это что-то новое. На максимум лед сделаем. Коготь Яцы, Туманы Хельхейма. Тик. Бурен Йорда. Саня Хель.
Оглушение. Кстати, вроде как я видел, что профессиональные вот эти вот летсплейщики... Кстати, почему у меня, кстати, находится камера? Только сейчас заметил. Ой. Dying Light забыл переместить. А профессиональные летсплейщики используют вот это вот касание Хель. Типа потому, что у нее анимация очень быстрая и оглушение сильное. Короче, ее используют для прохождения каких-то там суперсложных боссов. Так, тенгиоста у нас есть. Что тут еще? Рукоятки. Все у нас как-то все в минус-минус. Так что это ничего не будем. Вот. Вот сюда нам надо встать. Ярость Тартера. Бум, бум. Два удара всего. Ну, ладно. Ярость титанов. Ярость титанов. Вот, буйство фурии. Смерч хаоса. Ну, давайте это качнем. Вот, пока что у нас будут вот эти мощные две руны. Дальше будем смотреть по ситуации. По камушкам я, конечно, не знаю, что у нас новое было. Так, где у нас синие камушки есть? А, тут вообще какой-то золотой, по-моему. Вот тут вот синий. Ну, ничего особенного, получается, и нету. Ладно. Так, с сундуками разбираемся. Во-первых, тут хилка вон лежит. Доступно улучшение клинков. Но мы еще гномов не встречали. Не знаю, где их вообще мы увидим. О. Невесомые рукояти защиты. Редкий предмет рукояти для клинков. Умеренный шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак. Допустим. Хилл прям дают много. Ладненько, с этим-то все понятно. А вот где последнюю руну нам найти? Вот это хороший вопрос. Вот это вообще непонятненько. Тут выход. Так, мы это разве не обследовали? Про нож. Так, рун не вижу. А где у нас вообще эта была штука? В какой-то комнате. А, он стоит. Все так рассматривает. Да ёпта мать. Одна руна осталась. Одна руна.
Так, во-первых, тут сундук какой-то. Я и не забрал. Как? Камни мудрости огня, редкий предмет чары. Увеличение всего наносимого урона от огня на 15%. Вот это очень крутая вещь для клинков. Вообще супер. Где руна-то, блядь? Так, берега 9. Просьб, мистические врата, легендарные метки, воронов убито, разрывы между мирами. Храм Тюра, легендарные метки, легендарные сундуки. А где тогда? Тут еще, знаешь, проблема в том, что везде вот эти синие огонечки. Они меня путают. Но я бы, наверное, последнюю руну на месте разработчиков сделал где-нибудь в главной зале. Потому что две были в этих, в комнатах. Давайте поднимемся наверх, осмотримся. Мне кажется, она должна быть здесь, в центре. Ну, что-то не видать. Это сюжетная область была. В ней тоже ничего нет. Блять. Ну давайте думать, какие варианты. Ну блин, мы две руны нашли из трех. Ну и сейчас уходить, не найдя третью. Ну, ребят, надо искать. Надо искать. Подожди, а как? Пизда. Брат! Блять. Блин, ну не на выходе же. Блять, ну как же так вы запрятали? Блюданы. И самое интересное, никакого звука нету, чтобы их найти. Ладно, там вороны еще как-то попискивают, да? Кряхтят и все прочее. Окей, ты как-то ориентируешься, ну хотя бы, хоть как-то. Здесь вообще, ну, нет.
Блять. Я буду угорать, если она реально там находится. Ну, типа, такое может быть. Зная разработчиков. Такое могло бы быть. Ты посмотри, какие они мрази. То есть я должен был все равно сюда пойти, чтобы найти эту руну. Вот чисто я просто вот чуйка была, что по-любому могут здесь сделать. Вот это, конечно, жестко, ребята. Я такого не ожидал. Яблоко и Дун. Сад и Дун получены достижения. Наверное, я максимум прокачал хпшку. В принципе, все. Вообще здесь еще что-то есть. Ну, типа, написано, что легендарные сундуки один из двух, легендарные метки один из трех. Ну, уж я не знаю, где тут еще что искать. Может, какая-то еще другая зала, комната есть. Ну, тут, мне кажется, мы все обшарили. Все, что можно было. Йорф! Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Что за кринж? Что за... Вау. У них впервые взаимоотношения появились. Как отца и сына. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто... Ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов. Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Черная руна. Вернитесь назад через башню. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да.
Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Я бы, конечно, так не сомневался. Давайте к Броку, что ли, зайдем. Клинфип можно ли улучшить, нельзя. Пообщаемся с ним вообще. О, ты глянь, кто пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах, а не к югу от речной долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять, таращиться рты разину? Другое дело. Улучшение клинков Хаоса. Я снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам. Сечете? Так, продать. Броши. Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого внутри разгоралось пламя. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Че, троечки, наверное, все сливаем. Ставим только четверки, пятерки. Я думаю, да. Так, четверочки, пятерочки оставили. Камень воскрешения есть. Ресурсы оставляем. Купить. Чары, ресурсы. Замерзшее пламя. Ледяные туманы Нифельхейма. Чешуйки, чешуйки. Прочная свартальфхеймская сталь. Ага. Улучшить. Рукоятка топора. И... Ну нет, уж я рукоять для клинков. Нестабильная руда у меня нету. У меня нет нестабильной руды. Я не знаю, где ее взять. Вот эти вот можно было бы улучшить. Ну, кстати, типа, если поставить их, то умеренный шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак. При успешной атаке растущая ярость. Плюс прокачать можно. Тут удача. Тут защита. Левиафан. Замерзшее пламя. Не могу. Создать. Мифическое оплечье защиты. Оплечье истинного воина. Плюс 12. Все остальное. Путник. Что-то все как-то настолько в минус уходит. То есть такое ощущение, что мне переходить только на золотые уже надо. Ну, типа, это реально. Так, что-то там коготь, по-моему, может было улучшить. Что-нибудь для мальца? Где? И все, что пристрелишь, можно есть, понял? Коготь, успешное улучшение. Закладки навыки доступны новой способности. Отлично. Что-нибудь еще? Так, левиафан. Не могу. Броня для рук. Могу, но я ее не ношу. Рукоять для топора у меня и так стоит неплохая. Для клинков улучшить пока что не могу. Можно вот это, конечно, улучшить. И весомые рукояти защиты. Низкий шанс закрепить на враге огненную бомбу, взрывающую через 3 секунды при успешном ударе клинками. Ну это же круто. Ну это же реально круто. Ладно, давайте пока оставим все как есть. Похоже, все в порядке. Да? Так. Что-то я еще хотел. Чё по времени 40 минут. Ой-ой-ой, не туда. Туда мне надо. Ну что вы там ковыряетесь? Да идем уже. Метров. А я не могу отправиться к горе через портал? И вообще, куда надо? Показывать сюда? Еще имя. Рота. Это словно мемориал Валькирии.
скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет. Нет. Так, навыки. А, навыки я же хотел. Вот. Взрывы стрел в свет наносят урон от оглушения. Проводник шок способен поражать большее количество целей. Не, ну пацанёк, да, докачаем уже. Чё бы нет? Может, я хранил твой секрет слишком долго, но теперь тебе придется хранить наш. Их, обломал все. Тут ничего не взрывается. Ладно. Блин, это же старый проход, мы же здесь ходили. Слушай, зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Забудь. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Ютунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. А, никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали. Семейное дело. О, я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных! Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Нормально. Типа Трей смог вызвать гром просто своим настроением. Так, по карте, что тут у нас? Легендарные сундуки, не все, кстати. Регион Предгорье. Я помню. Опачки. Вот так вот бодро шагает. Ко мне челик. Воу! Нихуя себе! Теперь мы закончим серию. Сейчас пообщаемся немножечко. Что тебе может не понравиться? Улучшение клинков хаоса опять? А, можно просто клинки хаоса улучшить. Новые способности.
надежный знак истины. Рукояти для клинков. Защита 42. Минус 10, минус 9. Здесь везде минусы. Ну вот это можно было, кстати. У нас 249 тысяч. Надо приглядеть вот эти набедренники истинного воина. Ой, а, ты что-то хотел сказать? Броня Трея, кстати. Так, прицельный выстрел. Увеличение урона врагам, находящихся в воздухе. Увеличение урона, наносимое последней стрелой при быстрой стрельбе. Превосходство в воздухе. Стрелы, выпущенные в прыжке, наносят дополнительный урон. Обнаружение уязвимости. Враги, придушенные Атреем, получают увеличенный урон. Увеличение урона от оглушения, наносимого Атреем в ближнем бою. Железная хватка. Атрей может дольше душить врагов. Поиск камней здоровья. Атрей иногда находит камни здоровья при ранении Кратоса. Улучшение камней здоровья. Повышение эффективности камней здоровья. Чувство рун. В течение 8 секунд после рунного призыва стрелы вызывают дополнительные негативные эффекты. Кстати, вот это вот неплохо. Я бы, наверное, взял, конечно, чисто это... Тут либо боец, либо рунное одеяние. Давай чисто рун, наверное, возьмем. Вот, маленькая броня для маленьких людей. Угу. Вот это точно пригодится. Что-то забыл? Узорчатые браслеты, перчатки истинного воина. Тут защита чисто, а здесь сила и живучесть. Руны просят, защита просяет, восстановление просяет. Но зато мы точно сможем прокачать... Защиту выровняем в плюс, по-любому. И сила в плюс уйдет. Ладно, это решим уже в следующей серии. Давайте на этом закончим. Сейчас еще прокачаем клинки. Навыки. Клинки. Так, второй уровень. Что тут можно? Нажмите правую кнопку во время предпоследнего удара слабой серии, чтобы добавить сильный завершающий удар. Угу. Увеличение объема жара получаем при каждом успешном ударе клинками. Ну, отлично, что. Так, щит качнули, топор качнули, лук качнули. Остается только клинки. И на этом все. Так, это на нем одето. Все, ребята, давайте на этом заканчивать. Тут, по-моему, один сундучок у нас есть, который мы не могли забрать, его заберем. И пойдем дальше на сюжет, но уже завтра. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте данный ролик лайком, канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.